Вот сейчас я отключаю микрофон. Раз, два, три, как меня слышно? Ребят, всем привет! После долгого использования камеры GoPro появилась такая проблема, но она не появилась, она выявилась, может, практически сразу же. Плохо пишет звук. Все, камера меня устраивает стабилизацией своей картинкой и так далее. То есть, в принципе, компактностью, то есть она у меня помещается в сумке, купил себе аккумуляторы, ну то есть полностью весь комплект себе все взял, укомплектован, флешку большую взял на 128 гигабайт, то есть мне прям вот на целый день съемки вполне хватит, но плохо пишет звук, то есть при малейшем касании корпуса, вот примерно вот такое. Бывает так, что, допустим, камеру сильно тронешь или сильно ударишь, звук полностью выключается. И, грубо говоря, там, допустим, минутный ролик, он пишется без звука пополовину. В общем, так как мы находимся в Китае, я открываю Taobao и смотрю, в общем, вот такой микрофончик мне нужен. Такую тему я подглядел у одного блогера, вбив поиски GoPro 5 микрофон, и мне сразу же выдало, так, микрофон, вот микрофон GoPro 5 выдало сразу же блогера вот такой вот, и он показывает, как тут он смастерил. Вот такую установку смастерил. То есть он, получается, на GoPro 5 сделал, одел такой вот микрофончик, микрофон-пушка. В общем, прям мне звук очень понравился, он потому что тут показывает, как пишет звук. Okay, what you are currently hearing is the GoPro Hero 5 by itself. I am facing a wall, there's going to be a lot of echo. This is just особенно понравилось вот здесь вот видео, то есть он сидит где-то в кафе. Вот. Сейчас пишется звук на GoPro 5. То есть, получается, весь звук попадает прям в камеру, и прям шумы все-все-все присутствуют. Сейчас он пишет на пушку микрофон. Практически ничего не происходит. То есть, если он начнет говорить, сразу же будет звук очень хороший, направленный. В общем, так что мне нужно приобрести микрофон-пушку. Вот я посмотрел, в общем, микрофон-пушку. Так, нет, не это. Вот, вот это мне больше вот всего понравилось. Вот такая вот штучка стоит 395 юаней. Но смысл в том, что она крепится только на фотокамеру. То есть нету именно крепежа. Нужно как-то заморочиться, именно сделать крепежку, чтобы она это... На моноподе, может быть, сделать какой-нибудь. Может быть, вот такую штуку на монопод прикрутить и к ней прикрутить микрофон-пушку. В общем, сейчас поедем на рынок, рынок электроники. И что-то я попробую подобрать, может быть, монопод сразу же каким-то крепежом и так далее, чтобы все это держалось и писалось звук. И чтобы мне монтировать легче было, чтобы вам было более приятно, меня было слышно. Так что все, поехали. Всем привет, мы прибыли на станцию Донху. Вот станция метро. Здесь находится рынок электроники, где можно купить аксессуары для фотоаппаратов и разной видеотехники. В общем, сейчас попробуем найти. В описании мы оставим точку или адрес, точный адрес этого рынка. Пойдемте. Прошли мы метров 100, вот метро получается, и вот сразу же начинается рынок. Смотрите. То есть здесь, я так понимаю, жилые дома, и на первых этажах рынок. Вон там тоже рынок. Так, в общем, ребята, зашли мы, там вообще конца и края не видать. И на входе сразу же встречается всякая мелочевка. Завлекушечки всякие, стекольчики, чехольчики. Кстати, вот ходим мы по рынку, ходим, и такое ощущение складывается, как будто мы находимся на кантонской выставке. А, фирма. Иностранцев много, да? Да. Есть всякие вот завлекушки всякие. Кальяны, электронные сигареты, массажеры. Да, да, да. Это он сейчас смял. Паром погладил. Тебе надо? Я не знаю даже. Я утюгом вроде справляюсь.
массажеры всякие. Ну, то есть такая электроника вся, которая на выставке в основном находится. Так, нашли, вот ходили, прошли буквально рядочек, нашли вот что нужно. Микрофон, пушку, и вот тут у них тут еще какой есть. Вот. 550 стоит, говорит. Дороговато. На Taobao 300. 300 юаней. 300 юаней можно взять на Taobao. Дороговато. Дорого, да. Ну, пойдем дальше. Буяло, тайкуэло. Нашли, что нам нужно. Микрофон, пушка. 350 юаней нас не просит. Никон. Мне почему-то не верится, что это Никон. То есть, если посмотреть здесь, смотри, какой, прям какая печать некачественная. Mm. Возьмешь за 350, он может писать плохо звук. How much? Is here? This? This Nikon, hello. 450. 350. And this? Same. С микрофоном мы определились. Для этого, собственно, мы на рынок и приехали. То есть, микрофон нужен, а микрофон пушку все-таки. То есть, сейчас вопрос в том, как ее закрепить. Она, главное дело, мне нравится. Микрофон пушка сама подходит сюда. То есть она наворачивается на этот болт. И можно ходить вот так вот. И с камерой вот так вот ходить, короче. Ну, в общем, придется что-то мастрячить. В итоге, в оконце я потом покажу, что получится. И было решено купить эту микрофон пушку на Taobao. Потому что там она 300 юаней стоит. Здесь они прям вот 450, она вот сейчас 380 сказала. Ну да, сперва подошли 450, потом видят, что мы думаем, начала да, снижать да. цену. Шли, в общем, тут обнаружили прикольный отдел. Вон он катается. Ну неплохо, вообще неплохо, блин. Я так понимаю, это на электричестве все дело работает, да. На электронике. Гироскутеры у него тут, в общем, самокаты, он электронные. Вон он гоняет. Алло, how much? This? 1300. Часы? Часы прикольные. Раритет. Еще винил, смотри. Интересно, это продается? Не знаю. Смотри, какая-то камера или что. Телефончик. Кассеты. Раритет. Офигеть, что за устройство? Ну, там, видимо, так поставили. Декор? Да. Вон винилы продают, смотри. Винилочки. Ну, винилочки точно денег стоят. И, знаешь, немало денег стоит. Ура! Наконец-то пришел мой долгожданный микрофон. Катя сходила, получила посылки. Это, Катя, что-то твое, наверное, да? Вот это, наверное, мое. Вот здесь вот проводочек, переходник с Type-C. Пришла моя долгожданная посылка. Определился я, в общем, с заказом. Заказал микрофон Boya, это с дополнительным питанием, то есть там вставляется батарейка такая нестандартная. Надеюсь, что она будет в комплекте. Вот, обязательно возьму, конечно, с собой, буду таскать. И еще немножко не определился, как у меня будет идти GoPro вместе и микрофон. Надеюсь, что мои труды оценятся. Хороший будет звук и так далее. Потому что GoPro меня, в принципе, полностью устраивает, но все-таки звук она пишет отвратительно. При малейшем касании за корпус или за штатив, или монопод, звук отдается по микрофону, и потом приходится это все дело монтировать, убирать. Маленечко неудобно. Как упаковали, интересно. Микрофон стоит 350 юаней. Заказал я вчера с Taobao. Вот. Сегодня уже пришла посылка. Я считаю, что это очень быстро. Вот там микрофончик пушка. Конечно, большой очень Boya написано. Вот эта вот фирма. Сравнивал я, конечно, с Reed.
И там идет без внешнего питания, то есть нет дополнительного питания, он просто вставляется. Но мне показалось, звук, он тише пишет, чем Боя. Плюс еще тесты посмотрел на YouTube. Тестировали. О, батарейка здесь вот такая вот идет. Таблетка, батарейка идет вот такая вот. Вот он, микрофончик. Это вот защита, виброзащита. Такая резинка стоит в центре. Так, здесь вот в комплекте мне понравилось то, что идет поролонка. Это ветрозащита. И вот такая вот ветрозащита. То есть, не знаю, мне кажется, вот этот лучше защищает. Такая. О, какая смешная. Попробуем вот эту ветрозащиту. Смешно выглядит. Вот такой микрофончик. Микрофон-пушка. Ну, не знаю, буду ли я вот этой пользоваться. Мне кажется, вот это вполне хватит. Все, вот она полностью закрывает. Очень удобно. Так, это... О, чехольчик. Ну, чехольчик. Хотелось бы, конечно, жесткий чехол, потому что в сумке для переноса, чтобы не повреждалось, не зашаркивался микрофон. Вот такие характеристики. Дальше. Ставим батарейку. Что тут внутри? Защиты какая-то. Так, вот походу сюда вставляется. Отлично. Вот лампочка сигнализирует о том, что включен микрофон. Так, закручиваем все это обратно. Датчик вставляется. 3,5 до щелчка, и можно закрутить. Так, вот такая вот установка. Это будет все цепляться на GoPro. Сейчас я с нее снимаю, не могу показать. Вот так вот будет направлено именно в сторону, куда я снимаю. Допустим, если я буду говорить, примерно вот здесь будет камера, здесь будет микрофон. Вот так вот будет говориться, все сниматься. Так, здесь пришел проводочек, переходничок с Type-C на 3,5. Очень компактный, мне очень понравился, потому что он маленький. Что-то 10 юаней, что ли, у меня обошелся. Кажется, тоже вчера заказывал. О, отлично. Подарок. Любят китайцы подарки вложить. Это подставка для телефона. Вот такой переходничок будет использоваться для GoPro. Вот так, и это пойдет в GoPro уже. Все, теперь буду тестировать новым микрофоном. И вот к чему я пришел. Из распаковки, как бы, как вы уже видели, то есть получается, пришел вот такой переходничок. Это Type-C для GoPro и 3,5 разъем. То есть получается. Вот. Но как выяснилось, только такая схема не работает. То есть планировать, конечно, вот так одеть это все. Вот. И использовать микрофон вот в таком режиме. Но как выяснилось, вот этот переходничок не работает, ребята. То есть нужно именно специально переходник для GoPro. Вот такой вот переходничок покупался именно с Taobao. Вот здесь Type-C, здесь 3,5. Вот это вставляется именно уже непосредственно в камеру. Вот, и сюда уже вставляется микрофон. Вот, я сначала думал, в чем проблема. То есть я думал, сначала вот этот не работал, пошел купил другой. Ну, не купил, а протестировал именно другой такой же, но не работает. Там получается, в настройках есть именно функция, показана audio out. То есть именно выход аудио. Получается, сейчас мы вставили, да, переходник.
И сейчас найдем, так, аудио input. Вот эта функция, вот если достать этот переходничок, он NA. То есть, в принципе, если вставляем этот переходничок, более удобный, я считаю, по сравнению вот с этой бандурины. То есть, очень удобен вот этот именно блок, очень такой тяжелый, громоздкий. Вот, вставляем вот этот переходничок, более удобный, в разъем. Вот. И ничего не происходит. Вот так вот. Пришлось отказаться от него, естественно, и приобрести вот этот. Вот этот переходничок покупался на Taobao. Это не оригинальный. Вот. Он стоит около 147 юаней. Я все ссылки на товары и, ну, оставлю в описании. Посмотрите. Это не оригинальный. И он стоит 147 юаней. Это примерно 1200 рублей. То есть оригинальный стоит еще дороже. Так что было решено купить неоригинально. Прекрасно работает, кстати. На Taobao он был, выглядел как обычный, то есть без надписи GoPro, он просто был обычный, безлоготипный. Здесь, как вы видите, как, ну, пришел с логотипами, получается. Вот информация вся, то есть это копия. Вставляем, и сразу же появляется все. Дальше. Так, ну, в общем, все, с переходником микрофон прекрасно работает. Все, дальше потом видео вы посмотрите, я протестирую камеру, то есть я потестирую с микрофоном и без. Вы поймете, что как пишет камера это звук и как пишет камера звук именно с пушкой микрофон, с внешней. Так, как я к этому всему пришел? То есть, получается, надо как-то этот микрофон закрепить. Это стандартные крепления для GoPro. Оно идет со всеми камерами в комплекте. На YouTube подглядел, один видеоблогер сделал вот сюда, вот получается, прикрепил держатель для... вот такой вот держатель получается, который накручивается. То есть он прикрепил на жидкие гвозди или холодная сварка, я не знаю. И вот примерно это вот так вот выглядело. То есть вот так. Но я как-то не решился к этому всему, потому что, я не знаю, потому что мы в Китае находимся, все это здесь поближе, очень много аксессуаров для GoPro. И, в общем, было решено купить вот такую вот штуковину. То есть это алюминий, металл. Здесь вот прикручивается вот такая вот штуковина, для держатель для вспышки, либо микрофона. То есть таким образом она вот устанавливается сюда. Сейчас я вам покажу, как это все собирается. Достаточно тяжелая штука, но в чем преимущество, что здесь крепление практически в каждой стороне. То есть можно закрепить. Здесь тоже, если по необходимости, можно выкрутить и тоже закрепить. Снизу тоже очень много креплений. Вот здесь центральное получается, чтобы оцентровать. И сбоку вот тоже есть. Так. Камера устанавливается очень легко. Раз. И все. Вот такая рамочка одевается сверху. Все достаточно так надежно сделано. Ссылку тоже оставлю в описании. И цену тоже, к сожалению, не помню. Оставлю тоже в описании. Посмотрите. И это вот здесь маленечко прижимается камера. Вот так. Не сильно. Чуть-чуть, чтобы она не болталась. Здесь есть объектив. Ну, крышка для объектива есть. Также есть такое стекло защитное, то есть оно снимается, можно, в принципе, от него вообще отказаться, снять его. Так, вот так я не тестировал, будет держать крышка? Да, держит крышку, можно, в принципе, и без стекла использовать. Вот в таком виде, не знаю, я с стеклом использую. Картинка особо не меняется, уже снимал. В общем, вот такая конструкция получается, и на эту конструкцию одевается микрофон. Микрофон, конечно, большой, я еще тестирую, может быть, найду какой-нибудь поменьше микрофон. Вот. Но этот микрофон очень хороший, хорошо пишет звук. Так, в общем, вот так это все крепится. Сейчас я быстренько все прицеплю. Так. Так, все. Вот примерно вот так это все выглядит.
чтобы, конечно, включить это все дело, то есть в сумке я всегда ношу вот эту камеру с собой, да, и микрофон. Это все, естественно, в разборе, потому что в сумку не помещается. И если надо что-то быстро заснять, то, естественно, с микрофоном быстро не получится. Так что одеваю предварительно, если куда-то иду снимать, съемочный день, одеваю, закручиваю все. И вот, в принципе, в таком виде уже можно снимать. Также приобрел вот такую треногу, очень удобная. То есть она вот таким образом крепится легко. До щелчка. Все, и вот примерно вот в таком духе я ее использую. То есть именно чтобы включить камеру. Чтобы включить камеру, мне приходится, это вот, конечно, из-за недостатков, включить микрофон. Вот такой светодиодик говорит о том, что включен микрофон. И задвинуть ее максимально в этот держатель подальше, вот в таком духе. Вот, и сейчас я включу эту камеру. Так, вот, включил камеру, то есть, вот смотрите, то есть, не видно микрофона, не видно. Именно при использовании вот этой функции вид. Если микрофон, ну, естественно, сделать более удобное положение, то есть вот до тумблера, вот до этого, то микрофон виден. Если, естественно, поменять здесь режим, то можно как бы избавиться от микрофона, но это не рекомендуется. Вот, его даже здесь видно. Здесь его не должно быть видно. Да, здесь не видно. Ну, я снимаю вот в таком режиме. Вид. Приходится включать, задвигать. И единственный недостаток в этом микрофоне, что здесь дополнительное питание. Вот. То есть надо постоянно отключать микрофон. Не проворонить все это дело, потому что батарейки, допустим, с собой не окажется. Или батарейка сядет, и я буду считать, что микрофон включен, и буду писать. Естественно, съемочный день или какой-то кадр будет просто без звука. Вот так вот. Сейчас протестируем. Сейчас переключаемся на эту камеру, протестируем звук. Ну вот сейчас звук, получается, пошел на микрофон-пушку. Микрофон называется Boya. Немного, конечно, большой. В эксплуатации маленько неудобен. Но звук он хорошо пишет. Я уже протестировал уже эту камеру с этим микрофоном. Очень мне понравилось, как она пишет звук. Примерно вот так звучит мой голос именно на вытянутую руку вот в этот микрофон. То есть вот так, как меня слышно. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас я отключаю микрофон, и вы послушаете, как пишет камера звук. Она очень много улавливает шумов лишних, и получается звук как будто бы в закрытом помещении, как будто бы камеру положили в банку какую-то и закрыли. Вот сейчас я отключаю микрофон. Раз, два, три, как меня слышно? Вот на вытянутую руку я разговариваю с вами. Я думаю, вы уже поняли качество звука, насколько отличается с внешним микрофоном и как пишет GoPro. Сейчас я переключаюсь обратно. Так вот, я переключился обратно. Раз, два, три, как меня слышно? Я думаю, что вы разницу поняли. Вот такой вот эксперимент у меня получился именно с этим микрофоном. Я еще дальше экспериментирую. Также планирую купить петличку микрофон. Я думаю, что она будет более удобна и более компактнее будет вся конструкция. Вот. А также микрофон-пушку, возможно, поменьше найду без дополнительного питания. Так что, если вам это видео было полезно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!